Уважаемые любители моих книг и небольших роликов, посвященных нашему мозгу или фотографии, сегодня у нас ответы на вопросы под общим названием «сиборитство». Ну и в соответствии с этим названием я буду предаваться этим всяким приятным занятиям. Вопросов много, и вопросов разных. Ну, самый первый, самый распространенный – это вопрос о том, буду ли я встречаться с читателями. Да, конечно, буду. Но только тогда, когда с ковидом закончится все это безобразие. Потому что в дискомфортных условиях встречаться ни с кем не хочется. Это раз. Теперь дальше. Много вопросов по всякой еде. То есть в том числе и по сырам. Могу сказать, что сыр я люблю, и люблю его особенно, знаете, слабо-сладким калиновым вареньем. То есть вот здесь получается. Во многих странах опускаются такие маленькие баночки. Но я предпочитаю самодельное, то есть из калины, смородины, крыжовника. Такие добавки, которые будут оттенять вкус особенно хорошего, приятного во всех отношениях сыра, в том числе и из известного места. Поэтому это райское наслаждение, я вам всячески советую. Много вопросов не только по пище, но и с такими претензиями и комментариями. Ну, например, страдающие интернет-образованием граждане делают мне замечания о том, что оказывается, яйца не нужны для желатина. Но эта новость немножко устарела. А яйца нужны для так называемой альбуминовой бумаги. И совсем недавним прошлым это был прекраснейший инструмент для получения контролируемых отпечатков. Выпускалась даже чисто альбуминовая бумага, на которую надо было наносить самостоятельно раствор азотнокислого серебра и добиваться нужного тона, плотности, чувствительности и прочее. Альбуминовая бумага – это такой же важный инструмент профессионального фотохудожника, как хороший объектив и хорошая камера. Так что советую хоть чуть-чуть почитать, хоть что-то, кроме слабоумных комментариев из интернет-среды. Тогда хотя бы вы не будете сами позориться. Значит, перевод пленки в цифру. Как это происходит? Я прошел через все сложности, поскольку у нас были в свое время барабанные сканеры, потом разные планшетные блоки, специальные отдельные сканеры для пленки, никоновские в том числе, все известно. Сейчас уже это все безнадежно устарело, умерло и протухло. Почему? Потому что сейчас есть камеры, то есть специальные адаптеры таким камерам, как Nikon. Если у этой камеры есть смещение на полпикселя и отсутствуют разные фильтры идиотические, которые там улучшают изображение, то вы получаете возможность получить с гигантским разрешением съемку с негатива на цифровую матрицу. Значит, задача очень проста. Надо получить четко очерченное зерно с негатива пленочного. Как только вы этого добились, считайте, вы добились необходимого результата. Поэтому работайте в этой области, читайте в интернете, об этом очень много чего написано. Сюда же относится и вопрос, где взять фотоматериалы. Я не большой любитель рекламы. Как вы видите, мои ролики не предваряются никакой рекламой, поэтому слабоумные замечания о том, что я занимаюсь какой-то рекламой, они выглядят, мягко говоря, недомыслием. Потому что если бы я занимался рекламой, рекламы было бы полно. Я занимаюсь рассказами о том, что мне самому нравится. Так вот, в данном случае есть фотосейл, магазин прекрасный у Жени, я его знаю очень много лет. Там огромное количество всякой фотобумаги. Найдите в интернете, раз вы такие ловкие, и купите себе любую пленку, любым форматом, от 8 на 10 дюймов до там 16-миллиметровой кинопленки. Значит, дальше. Мне вопросы такие.
аламодские сорочки. Аламодские сорочки вызывают у меня массовое слюноотделение, потому что очень трудно удержаться от аламодского сорочка. Как это так? Представляете, кусочек сыра, через который вот такой толщины можно читать газету, а вкус, а запах. То есть, как будто вы перевозите в самолете чемодан немытых 2 года носок, которые слегка ароматизированы свежей водой. То есть вас обычно пытаются не пустить в самолет. Но вот необычайный запах, необычайный вкус – это чудесная вещь. Я бы с удовольствием бы их отдегустировал вновь. К сожалению, это недоступно, поскольку это территория Чехии современной, бывшей принадлежащей Чехословакии, Моравии. Очень много вопросов про сигары. Сигары надо хранить при 70% влажности в хюмидорах. За этим строго следить. Высохшие сигары надо выкидывать, а не отмачивать. Это признак глупости и скупердейства. Хорошая сигара, свежая и не пересохшая, обычно удаляется вот эти вот все этикеточки. Иначе вас могут счесть за выскочку. Вот. И на гильотинке, столь, я думаю, в ближайшее время будущее популярный среди чиновников, значит, обрезается кончик. Есть ножнички, есть ножик. Я по-разному делаю. Ну и дальше вы берете кусочек, отщепочку. Вот я в данном случае использую или вишневую, или грушевую, ну или на худой конец яблоневую. Отделяю небольшой кусочек и дальше зажигаю его, поскольку спички не хватает, к сожалению. Спичка слишком коротенькая. Есть длинные каминные спички, но предпочтительней все-таки какое-нибудь благородное садовое дерево. Еще можжевельник бывает, но он может придать чрезмерный яркий вкус, потому что древесина очень ароматическая. Потом сигарка прогревается, не надо сильно, не пытайтесь ее зажарить как сосиску, это лишнее. И прогрев, немного прогрев, вы ее зажигаете. Ну, да. Вот примерно такая технология. Но если не хватает еще, можно еще одну спичку использовать, страху нет. Значит, много очень вопросов идет о Кирилле Прокопове. Как можно попасть на его концерт, послушать, посмотреть? Вот он будет, у него будет фортепианный концерт, о котором он скажет сам. Вот послушайте, а я пока раскурю сигарку. Уважаемые слушатели! Мой ближайший сольный концерт состоится 25 апреля в 19:00 в культурном центре «Покровские ворота», улица Покровка, дом 27, строение 1. Программа концерта называется «От Фробергера к Мюраю», где я исполняю музыку 4 столетий, от 17 века к 20. Подробная информация на сайте культурного центра. Очень вас жду. Ну вот, сигарка готова, дымится, вкус необычайный. И надо сказать, что в таком комплекте, конечно, сигарка является украшением не только стола, но и обонятельных ощущений. Очень много вопросов ко мне приходит по поводу космических исследований. Да, в моей лаборатории на протяжении 34 лет мы занимаемся космическими исследованиями, которые отметили 60-летие. Практически все биологические объекты, начиная с иглистых тритонов, головастиков шпорцевой лягушки в российско-канадском эксперименте, беременных крыс, летавших на американском шаттлах, и много-много чего еще другого, и песчанки, и гекконы, они прошли через нашу лабораторию, мы их исследовали. Именно на этих объектах впервые было открыто игровое поведение у гекконов с мозгом, вдумайтесь, в 95 миллиграмм. Это вопрос к приматологам. Ребята, вы там тем ли занимаетесь, изучая мозг обезьян на уровне поведения мышей? Так вот, включая эти исследования, мы, они поведенческие и морфологические,
Они продолжаются уже очень много лет и будут продолжаться в будущем. К сожалению, таких экспериментов мало, они редки и оттого очень ценны. Значит, еще есть масса вопросов о печати фотографии. Когда и как мы, значит, будем это делать? Да, мы будем рассматривать печать фотографии на прекрасном самодельном фотоувеличителе из консервной банки из-под пива. Это мой самый любимый. Я пробовал много всяких лучших в мире фотоувеличителей, но для узкой пленки остановился на нем. О нем я вам все расскажу, как его сделать на коленке и что из этого получается. Ну и последний вопрос, принципиальный, это про воксель, размер вокселя в томографии. Уважаемые господа, вы все время путаете Божий дар с яичницей. Почитайте оригинальные, интересные работы. Проблема в том, что большие томографы для больших объектов имеют маленькое разрешение, а маленькие лабораторные имеют высокое. Не путайте одно с другим и не позволяйте себя обмануть. Пока на больших объектах вот такого размера сопоставим в человеческом мозге, получить высокое качество нельзя. Ну и сами понимаете, под такую сигару отказаться от удовольствия, выпить рюмочку коньяка емкостью 9 кубических сантиметров аж от самого 19 века, конечно, невозможно. Что я, собственно говоря, и сделаю. Тем более, что мы можем в этом случае помянуть не к ночи Николая II, который придумал заедать коньячок лимончиком. Это делается для того, чтобы освежать вкусовые сосочки и получать от этого райское наслаждение. На этом до свидания. Получайте райские наслаждения, если они вам доступны. Но если нет, то постарайтесь сделать так, чтобы стали. И тогда жизнь, я думаю, наладится и станет более интересной и содержательной, хотя бы во вкусовом отношении. На этом до свидания.